Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Дом на дереве. Вот так. Вот тут еще прибить и готово. Привет, Тучка! Что это ты делаешь? Привет, ребята! Это мой домик на дереве. Дом на дереве? Здорово! А давайте устроим в нем вечеринку. Да! Класс! Ну, тут немного тесновато. И к тому же, я не готовился к вечеринке. Ничего, мы сами все принесем. Вот мой новый суперплеер. Сам подбирает музыку под настроение. Крутейшая штуковина. А я торт принесла. Ого! Здорово! Кеша, подожди остальных. Ну сколько можно? Я уже почти целую минуту терплю. Тогда отодвиньте от меня этот торт. Да тут и двигать уже некуда. А мы игру принесли. Драконариум. Класс! Раскладывайте скорей. А где ее раскладывать? Ну-ка, подержите. Так. Сейчас объясню правила. Только руки бы освободить. Нет, так не пойдет. Тесно, как в консервной банке. Тучка, твой дом не подходит для вечеринок. Я построю свой, подходящий. А давайте каждый построит свой домик на дереве. Точно, отличная мысль. Иннокентий, ты просто мастер. Это лучший дом на дереве. По-моему, очень мило. Друзьям понравится. Ну, на абордаж. Ребята, приходите ко мне в гости. У меня полный дом сладостей. Не, лучше ты к нам. Устроим вечеринку в пиратском стиле. Давайте все ко мне. Будет супер технопати. Ко мне. Нет, ко мне. У меня веселее. А у нас еще лучше. Не пойду я к вам. Ну и сиди у себя. Вы ко мне не хотите? И я к вам не пойду. Ну, кто теперь будет ведущим? Я уже была. Я тоже. Можно к тебе? Конечно! Заходи! Тучка, это мы! Пустишь в гости? Саня, Соня, заходите! О, а вот и лисичка! Ой, кто
торт не влезает. Ну, с этим мы тебе поможем. Кажется, кого-то не хватает. Тучка, у тебя самый лучший домик для вечеринок. Нет, это вы самые лучшие друзья. Сила Сани. Внимание, внимание! Представляю новейшее изобретение Иннокентия – силомерную машину! Ого! И как она работает? Все очень просто! Берешь кувалду и бьешь по этой большущей кнопке! Это я еще в полсилы! Ну, кто хочет попробовать? Чур я первый! Неплохо, неплохо. Кто следующий? Ого! Вот это да! Ну, Саня, теперь ты покажи свою силу. Ха! А ну, посторонись! Врет машина! Соня, скажи им, что я на самом деле сильный. Я брать не буду. Ну ладно, вот увидите. Скоро я буду самым сильным. Но без всех этих упражнений. Ой! Кажется, я кое-что придумал. Эй, Саня, подай мяч! Не надоело вам в мяч играть? Как насчет пойти в горы на пикник? А что, хорошая идея? Точно! Пойдемте в поход. Отлично! Тогда собирайте вещи, встречаемся вон за тем холмом. А ты точно знаешь дорогу? Точно, точно! Я все знаю. Да уж, хорошая дорога. Похоже, придется искать другой путь. Другой путь? Зачем? Мешает эта палочка. Да уж, похоже, мой силомер и правда ошибся. Я же говорил, это мой брат. Ну чего встали? Дорога свободна. Опа, еще одна преграда. Ерунда, сейчас уберу. Упс. Странный какой-то камень попался. А я, кажется, понял, в чем секрет силы Сани. Выходит, Саня не сильный? Он просто сделал надувные преграды. Да уж, мой брат надувной силач. Нет, я вам докажу. Смотрите. Ой, мальчики, что же делать? Сейчас придумаем. Так, Валя, неси большой камень. Тучка, а ты большую ветку. Что ты делаешь? Спасаю тебя. Спускайте в яму, только в Саню не попадите. Готово, вставай.
давай сюда. А теперь сам себя. Спасибо вам. Без вашей помощи я бы не выбрался. Ну что, теперь понял, для чего нужна настоящая сила? Да, ребят, научите меня. Запросто. Урок первый. Для начала нужно хорошенько подкрепиться. Лисичка, доставай пироги. Ложная тревога. Вау, вот это очки. Шик. Соня, на помощь! Я тону, скорей! Давай, еще чуть-чуть. Не сдавайся. Соня, ты попалась. Ловко ты придумал. А давай всех так разыграем. Всех? Да, отличная идея. Ла-л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 а. Так, теперь добавим шоколада и торт мороженое готов. Лисичка, Саня упал со скейта. Какой ужас! Сейчас принесу бинт. Не надо, лисичка, енотов так не лечат. У тебя есть что-то холодное? Холодное? Наверное, только торт мороженое. Подойдет. Саня, не волнуйся, мы взяли бинты и мороженое. Попалась, лисичка. Это была шутка. Никуда я не падал. А за торт спасибо. Эх вы. Тучка, Тучка, нужна помощь. Саня в болоте увяз. В болоте? Бежим скорее. Ну и где же это болото? Вот это ты нарядился. Значит, ни в какое болото Саня не попадал. Ты что, Тучка, шуток не понимаешь? Ничего себе, шуточки. Кеша! Кеша, Кеша, чего случилось-то? Саня попал в большую паутину и не может выбраться. Ого, ничего себе! Так, не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Вот, Соня, это мой новый распутыватель. Показывай, куда идти. Вон, там. Соня, а где паутина? Так, подождите, это что, розыгрыш? Ага, угадал. Ах так, да ну вас. Что-то я устал, надо бы подкрепиться. Точно! О, Саня, смотри. Сейчас я его достану. Ой, я, кажется, застрял. Прямо как по-настоящему. Соня, это не шутка. На помощь! Ой, и правда застрял. Что же делать? Скорее, зови друзей! Так, замерли. Сейчас отсюда вылетит птичка. 3, 2, 1... Ребята, помогите! Саня застрял на дереве. Ха, ну да, конечно. А может, в паутине? Или в болоте. Ага, вместе со скейтом. Нет, поверьте, ветка вот-вот поломается. Саня упадет, скорее. Так, не шевелимся и улыбаемся. 3, 2, 1. Ребята, а вдруг это правда? Ну уж нет, нас больше не проведешь. Кеш, а давай все-таки проверим. Эх, ничему вас жизнь не учит. Пойдемте. Саня!
Соня, нам больше никто не верит. Что же делать? Ого, правда! Стойте здесь, я сейчас! Ну что, дошутились? Простите нас, мы больше так не будем. Ha 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 ha!